Сейчас я перестану тупить. К Альпине попривыкну. Альпина вообще отличная пушка. Особенно Альпина Неон. Серега, ты прям как это в фильме. Дай миллион, дай миллион. Так, модератора я редко даю. Людям, которые на стримах часто бывают, давно ходят и, как правило, модератора не просят. И даю тогда, когда мне нужен модератор. Так, моторчик. Сейчас запишу тебе моторчик. Так, моторчик записал. Если не добавлялся, друзья, добавляйся. От 40-го ранга единственное ограничение. Так. Happy Town, привет. Следующий в очереди сейчас 666-й. Потом, Алёша, дай патрон. Потом ты идешь. Защитите стратегические объекты. Раунд на счёте. Один. Привет, друзья. Я воду крою. Середка есть. Вода. Снял воду. Ай, их подсад. Плент у меня внизу. Ничего себе. Их вверх был. Еще. Интересно, обойдет он меня или не обойдет? Нет, решила подползти. Оригинально. Мы победили. Лазит такой большой. Защитите стратегические объекты. Мне этот штурм так косо зарандомил в голову. Блин, вот очень плохо то, что когда вот эти двойка навсегда открывали, я психанул, не стал выполнять задание. Второй этаж их. На, есть через. Наверху, короче, где? Двойку мусор закидывайте. Вверху чисто. Они у вас за контами. Мусор, выход смотрю. Контейнера смотрите. Я по воде зайду. У меня задымили мусор. Дымят труп. Давай заходим. Здесь за ящиками двое. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Защитите стратегические объекты. Киньте меня на ноль хотя бы там всю. Пошли, давай я с тобой. Так что, Алексей, я говорю, это чисто важнее гораздо не донат, а правильный отыгрыш с любым оружием. Чем меньше ошибок делаешь, тем больше шансов с любым оружием хорошо сыграть. Чем больше ошибок, никакой донат не поможет. На один кто-нибудь есть? Наверное, по воде заходит. Да, походу, вода пошли. ХПшки нету. У них медиков нету, можно спокойно посидеть. Так, инженер здесь далеко. А где штурм? Здесь под трубами сидит фуловый. Раунд выигран. Отлично. Команда врага уничтожена.
Установите бомбу. СВ на один день. Объекта. Ну, поиграем. Да. Пушка приятная. Я считаю топ-1. Не понял, что такое, что происходит. Гумани, наверное, было медика подсадить снайпером. Ну да, по идее. Что-то у меня пинг шалит. Вот. Что-то как-то реально. Офигенно. Двое за синим. Че, они все на однерке? Прям все-все? Прям никто не пойдет здесь? Ладно, пойдем поищем. Я убрал медика. Капец, увидели? Тикрейт новый у них. Это капец какой-то. Лучше бы старый оставили. А нет, хорошо. Ну, медиков нету, можно со мной посадиться. Бомба потеряна. Бомба взята. Вода двое. Вода, что мои сзади тебя. Меньше у меня воды. Игрок с бомбой убит. На респе один. На респе, да. На воде один. Вода? Да, да. С воды идет. На лестнице стоит. Хорош. Вражеский отряд разбит. 10-0, серьезно. Установите бомбу. Я же вам говорю, важно это тактик правильно, а не оружие. Ну и точность стрельбы, конечно. На переулках я и косил. Мне стандартная тактика. Пошел убил. Моя тактика. Покрысил и сдох. Или зарашил и сдох. Ну, СССР не попасть. Бомба взята. Бомба потеряна. Бомба взята. Два похода чисто. Их. На нуле, на нуле. И за нуля. Двойка. Царь, прикрой меня, я пойду займу их вверх. Давай, прикрываю. Перетяг сделай. Перетяг сделай на один. Все, вверх занят. Я фуловый. Бомба установлена. Арест. Привет, Тихон. А, можно, конечно. Клан без проблем. Команда врага. Какая боль, какая боль. В России майка 12-0. Один кил, ну, Алексей, кил. Есть вопросы еще? Донат, не донат? Так. Меня. Я вам говорю, вы никак... Когда же я уже в минус по поводу иду. Доната вообще не плачьте. О, зацените, 100% меткость. Зачет. Зачет по снайперу сдал я. Так.